11-й международный конгресс по репродуктивной медицине проходил с 17 по 20 января на базе научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова. Более 1100 делегатов из 24 стран и 73 регионов России в течение 4 дней обсуждали различные аспекты репродуктивного здоровья, и в частности проблемы бесплодия, с которыми все чаще сталкиваются современные женщины. На конгрессе обсуждалась важность профилактики заболеваемости системы репродукции человека, ведь помимо личной, эта проблема является одной из составляющих демографического кризиса, актуального для многих развитых стран. Большое внимание участники конгресса уделили необходимости внедрения и постоянного контроля на всех уровнях медицинского сопровождения беременных женщин, особенно с патологиями и рисками акушерских осложнений. Не остались в стороне актуальные вопросы материнской и перинатальной смертности и возможные пути улучшения ситуации. Определение причин и дальнейшее лечение как женского, так и мужского бесплодия должно стать системным, считают специалисты. Помощь в этом может оказать просветительская и профилактическая работа соответствующих медицинских структур. На выставке Конгресса было представлено новейшее оборудование для применения технологий репродуктивной медицины 21 века.